И снова здравствуйте, всем привет. Итак, давайте в этом ролике я покажу, как я делаю, значит, анимации, откуда я беру информацию, и попробуем сделать на этого персонажа что-нибудь этакое, да? Значит так, заходим в Object Mode. N-панель я поставлю на Screencast Key, чтобы вы видели, что я буду нажимать. Заходим в Add, нажимаем Image Plan. Если у вас его нет, подключаем, значит, его в Edit в преференциях. Находим аддоны, пишем план по-английски. Image план, ставим галочку. Здесь, если у вас автосохранение не стоит, тогда сейв преференции нажимаем, и в принципе все будет подключено. Так, находим опять же image план, находим видео. И вот такое видео наш сделал. Это значит была гифка. И я с этой гифки сделал MOV файл. Так, тройка на нампаде. Смотрим, куда этот план смотрит. Он смотрит не в ту сторону, куда бы хотелось. Семерка на нампаде R. Давайте это все дело перевернем. Можно использовать горячие клавиши, но я к ним сразу как не привык. И поэтому занимаюсь постоянно вот этим кручением, верчением. Так, тройка на нампаде G. Где-нибудь S побольше вот это дело можно поставить. Так, наоборот, значит, R перевернем в эту сторону. Так, тройка на нампаде. Вот, медведь уже стоит. Значит, это под стойку. Я хочу сделать вот этого медведя. Тогда правильно. Вот, запутался уже. Вот. Давайте R перекрутим. Тройка на нампаде. И вот будем делать вот этого медведя, который стоит на лапах. Потому что этот персонаж у нас тоже стоит на лапах. В принципе, лапы точно так же стоят. Смотрим, что он делает. Так, он подается вперед. Все это сейчас сделаем, пропишем. Значит, прописываю, выравниваю вот это. Так, пардоньте, что-то я сегодня немножко, как бы сказать, рассеянный. Так, ну пока так, потом подправлю. Так, значит так, лапы на расстановке у него, башка, голова, значит, у него семерка на нампаде, можно нажать. Значит, G, поворачиваем в бок, вот так вот. Так, даже можно приподнять кверху. Вот так. Так, видите, тут у него горб. Я этот горб делать не буду, хотя можно его сделать, приподняв вот эту косточку. Вот так вот, допустим, G. Перекрутив ее чуть-чуть. И, значит, вот этими костями доработать, допустим, вот раз. Получается горб. Так, кости отвязаны. Вот. Можно тут уже R таз подкручивать, опускать. И вот вы видите, что в принципе получается округлость. Ее можно добиться, да? Значит так, тройка на нампаде. Вот эта лапа у него, R. Она тоже стоит. Опускаем ногти. Бац. Так, эта лапа слишком далеко. Он ее сейчас будет передвигать. Вот так он стоит. Прописываем А, И. И вот эти кадры все я удалю. Сразу, чтобы не испортить предыдущий, значит, файл, где он идет, сохраню файл Save As. Сохраняю. Это будет Rig. Дыбы назову его. Так, на русский надо переключиться. На дыбы. Все нормально. Enter. Сохраняем. Так, первый кадр у нас прописан. Можно его так протянуть. Смотрим пятый. Что он делает на пятом кадре? На пятом кадре он переставляет ногу, да? И выпрямляет холку. Не вопрос. R.
Выпрямляем холку. Открываем ему сразу пасть лица. И что делаем? Значит, ногу вот эту G переставляем. Чуть задираем. И, значит, подаем персонажа чуть-чуть вперед. А, и локрот, да? На 10-м кадре он больше, значит, R вытягивается, приподнимается, голова у него, значит, поднимается, G побольше, пасть открывается побольше, и вот эта лапа задняя, G, приподнимается. Ну, как бы, да? Если сзади смотреть, ну, в принципе, что-то этакое. Потом, если что, будет шлифовка, уже подкорректируется. Так, А, И. Смотрим, что получилось. Ну, вот уже раз, что-то этакое есть. На 15-м кадре... Так, тут внимательно на раз... 12-й поднимается лапа и лапа ставится на 15-м, да? Значит, что? Обыгрываем это дело, делаем R, G на согнутых, да? Так, чуть-чуть его уводим, приподнимаем еще повыше пока, значит, R перекручиваем, G корректируем. И, значит, эти лапы G приподнимаем и перекручиваем на расслабуху. Также у нас присутствуют ключицы. Мы их, значит, вверх подводим сюда. И тогда, значит, лапы доводим уже к нашим ключицам. Как бы вот так, вот. Ну, вот. На опуске, да? Так, а лапа вот эта, значит, R, G ставится вперед. Так, раз она стала вперед, то тогда надо как бы выбрать тазовую кость, выбрать лапы и вот это все дело на эту лапу перевести. Значит, еще немножко докручиваем. На согнутые лапы его ставим. Опускаем лапы на растяжечку, на перекруточку. И, значит, голова G R доводится. А, И прописка. Так, на этом кадре доиграем сейчас, каким образом, что у нас тройка на нампаде, одна лапа еще стоит, как бы, да? А вторая лапа, она должна быть поближе к этой ноге и перекручена, вот так вот. И получается, поднимается одна лапа и поднимается вот эта тоже, да? Угу. Так, ну, в принципе, а, и потом дошлифуется. Тогда корректируем на десятом кадре лапу в эту сторону. И здесь тогда эту лапу удаляем.
И здесь удаляем. Прописываем ее на первом кадре и на пятом. На одном и том же месте. Во, уже лучше. Нет дерганий. Теперь находим 20-й кадр. Так. Так, ну давайте 18-й, да? На 18-м кадре тройка на нампаде, значит, нога поднята выше. Лапы тоже у нас, значит, поднимаются выше. Так, голова пускай остается. И, значит, эти лапы у нас G ближе идут к телу. Вот так вот. Тогда можно еще грудинку перекрутить. Так, а ну-ка, G. Не получится, только с другими костями, на которые я трогать не хочу. Когда вы что-то делаете, старайтесь меньше затрагивать каких-то, значит, какие-то кости. Работайте с меньшим количеством костей. Остальные кости будете уже добавлять потом. Для мягкости, там, для чего-то еще. Главное сначала сделать вот эту базу. Так, теперь что делаем? Значит так, семерка на нампаде. R перекручиваем вот этого всего медведя. Так, тройка на нампаде. Подаем медведя вперед. Выкручиваем его больше. А ну-ка, G. Лапа ставится G подальше вперед. И видим, что здесь уже как бы некрасиво с этой стороны, да? Перекручиваем, не получается. Значит, ага. Голову перекручиваем, а лапу тогда вот эту лапу, да? Так, где она? Вот сюда. Подаем, в бок уводим, а эту уводим тогда в другой бок. Так, и тогда эта лапа уже некорректно становится. Вот сюда ее надо. Так, тут у нас есть кости грудин. Вот эти. Тройка на нампаде. R. Можно G их чуть-чуть подтянуть, чтобы он потоньше стал. А, и прописка. И смотрим. Так, нормально. Теперь. Так, вот здесь я совершил, наверное, ошибку, а не нога становится. Не, все правильно, с разворотом. Не, неправильно. Так, получается, тогда здесь должна быть тройка на нампаде, нога должна быть это тут, а это тогда нога должна быть тут. И тогда он должен быть семерка на нампаде. R больше перекручен, да? Так, тогда эту лапу чуть подальше. Эту тоже, а ну, сейчас я что-нибудь на
как говорится, на хиевертью, да? А ну-ка. Так, эта лапа, значит, на этом кадре стоит. А эта лапа тогда... А, и они обе стоят, а здесь поднимается, значит, вот эта лапа. Так, этот кадр удалим. И получается, идет она, вот эта нога. Тогда G перетяжка идет на эту ногу. Лапы прижимаются, и вот эти вот две косточки уплотняются к животу. Тогда у него, ух ты, что-то его прям конкретно развело, да? G. Поворачиваем голову в эту сторону. R. Ключицы можно тоже, ну, поднажать. Смотрим спереди. Так, не ту косточку взял. Ну, пускай А, и потом подшлифуем. Так, тогда вот эту, этот кадр удаляем, английская А. И выкручиваем семерка на нампаде медведя тогда в эту сторону. Так, и что тут получается? Так, так, так. Тройка на нампаде, G. Ставим медведя на лапу. Выбираем лапы медведя. Тройка на нампаде и делаем G. Так, и делаем R, и голова тогда у него в эту сторону. Ага. А, и прописка. Так, и тут вопрос какой? Его задача, да, его задача встать на дыбы и поднять лапы. Значит, что сделаем? Выберем лапы рук, вот эти кости управляшки и позвоночник. Тройка на нампаде. Смотрим, что тут да как. Значит, G. Переводим медведя на эту ногу, значит, тяжесть. А эту ногу G поднимаем. Так, а ну-ка, G. И тут у него, значит, косточка колена, да? Так, она что-то не подключенная. Ничего, доведем другой костью. Так, есть такое дело. А это значит, лапы сейчас будут подниматься. Так, локти чуть-чуть прижимаются, ключицы тоже чуть-чуть прижимаются. А, и где он встает уже?
знак тройка, R, перекрутка. Здесь вот как бы, ну давайте повыше его поднимем и доиграем вот эти кости, где они тут идут. Вот этой косточкой. Раз. И прописка, да? Тогда этот кадр удаляем. И делаем конечный, вот этот, 30-й. Где он, значит, G назад отходит, R делаем перекрутку, ставит лапу, и теперь, значит, R, G выравнивается, а ну-ка еще кости доводим ноги, и здесь уже, значит, лапы вот так у него идут. Так, что ты не хочешь гнуться? Так. Что-то тут у него натяжка, да? Тогда здесь сюда лапа. Локоть уводим. Семерка на нампаде. А ну-ка. В эту сторону. Поднимаем и что делаем? Лапы кверху. И голова тогда к низу, да? Так, а раз он так встал, то натяжка у него рук слишком большая. Здесь вот правильно более-менее, а здесь вот что-то такое задранное. А ну-ка, или тут нехватка какой-то кости. Наверное, вот эту нужно R больше довести. Что-то тут кость выпирает, там не выпирает. А ну-ка, я их поднимал, да? Так, непонятно. У него горб-то тут есть, конечно. А ну-ка, G. Во, надо его как-то выровнять. Так, здесь, где он становится, у него, значит, голова должна быть ниже. Так, и вот эту купу убираем, подаем ее вперед, и локрот, да? Тогда выберем голову, выберем вот эту косточку, попробуем ее удалить. Так, смотрим.
Дошлифуем. Так. И уведем его в бок. Так, что-то я не пойму с этими локтями. Так, тройка на нампаде. Так, плечи больше опускаем. Так, тогда вот эти плечи тут тоже припускаем. Переписываем. Смотрим теперь со всех ракурсов. Где-то сейчас можно сделать задержку. Задержку, наверное, я сделаю вот на этом кадре. Так, это кто тут на какую ногу становится? Нет, тут хорошо переход, нормально. Так, тройка на нампаде, смотрим так. В принципе, что, нормально, да, теперь. Значит, у него здесь, где он орёт. Так, G. Голову опускаем и немножко вытягиваем вперед вот это все дело. Тогда поправляем еще вот эти вот косточки грудины, чтобы он потоньше стал. А, и локро. Так, следом. Следом, чтобы все было нормально. Раз, он подается вперед, но вот эти, значит, тело должно упор на ногу иметь. Прописываем. И, во, уже получше, а то он как-то вперед убегает. Так, теперь на этом кадре, значит, лапы у него, ну, так, сыграем, да, там, оп. Грудь потоньше, а и значит, тут тоже вот на этом кадре, как можно сделать, да, вот, чтобы не менять грудину, просто выбираем какие-то две косточки, ну, два таймлайна, и просто это все дело уводим. Так, и на 25-м, допустим, G, поближе еще втяжку делаем.
Так, смотрим, что получилось у нас. Потом он должен, значит, присесть. Лапы, значит, приподнять. И голову прям побольше на рычание вытянуть. Вот так. Раз. И тут даже можно еще где-то что-то R. Значит, докрутить. Грудь вперед подать. Голову G назад. А и. А ну-ка. Опа. Так, здесь лапы подняты, здесь лапы, значит, у него G ниже еще опущены. А, и значит, он тут их поднимает, опускает и делает рык. Рык делает с выпадом. Значит, на 35-м кадре выбираем лапы, выбираем позвоночник и G. Вот так это все дело корректируем и еще раз голову подаем вперед. Ставим 40 кадров. Ну а теперь что? Заходим в Object Mode. Вот этот кадр мне больше не понадобится, чтобы он меня не отвлекал. И я теперь буду смотреть с разных ракурсов и просто его корректировать. Допустим, выбираю персонажа, захожу в Pose Mode, база раскидана. Что получается? Значит, мне не нравится вот этот угол, да? Угол тогда головы в эту сторону подаю, прописываю и здесь нормально, нормально, нормально. Здесь он раз поднимается, да? А ну-ка, что у него там с лапой? Так, лапа приподнята здесь. Значит, эту лапу я перепишу. Так, лапа G в эту сторону. Раз поднимается лапа, мне нужно переписать его вот этот довод, да? Поднять ключицу и довести вот эту большую лапу, значит, чуть выше. А здесь ключица, значит, идет G вниз, упор, значит, на эту, вот на эту клешню, да? А, и прописка прошла. Смотрим, что получается. Так, медведь встает на эту лапу, но ориентир у него опять же сбитый. Единица на нампаде. Выравниваем. Эта лапа у него, видите, как бы полностью не стоит. Так, тогда эта лапа у него уходит в эту сторону, а эта лапа уходит в эту сторону. Так будет красивее. Так, две косточки здесь есть, которые, а ну-ка, приподнимем до грудины. А, и прописка, да? Раз такой, вот он весь встал. Здесь, значит, на лапу он становится сюда. Тогда вот эта лапа, она нехорошо выглядит. Так, а ну-ка, R. Нет.
Так, вот эти косточки, опять же, грудины должны быть подняты выше, а эта лапа тогда G уведена сюда. Так, так, так. И что мы имеем? Имеем, что у нас тут... А ну-ка, G. Грудь можно дальше. И прописку сделать. Так, здесь у него стоять-то он стоит, но вот так должен стоять. Так, здесь у него тоже крылья. Давайте поднимем. Ох, ё-моё, что это такое у тебя получается, да? Так, а ну-ка, G. G. Там повыше вот так их поднимем. И тут у него перекручена вот эта башка. А ну-ка, R. Докручиваем позвоночник. Так, это значит принижаем. Это значит припускаем, перекручиваем. Во, ну так еще как бы, да? А ну-ка, R. R, нога перекручивается, эта нога в эту сторону. Таз можно чуть тоже двинуть. А, и прописка. Так, это у нас значит Ctrl-Z ноги. А это у нас брюхо, да? Да. Так, ну вот можно еще брюхом тут поиграть чуть-чуть. Туда-сюда. Так, уже вроде бы более живой. И эту ногу, значит, фиксируем на одном месте, где он ее поставил. Так, где он ее приподнимает, а тут он ее ставит, значит, G вот сюда. И когда он ее ставит, здесь ему доводим вот эту вот, опа, косточку. А, и прописка. Так, теперь, значит, R и на этом кадре тоже ногу припускаем, вот эту кость. Ну, как вот это тоже. Так. Так, так, так. А ну-ка, пробуем. Тройка на нампаде R, G. Уменьшить толщину грудины. На каких-то кадрах удаляем, куда-то добавляем. Изменения. Так, здесь он вроде полненький, молодец. Так, что тут? Опа! Ну, вставать он будет быстро, поэтому будет прикольно. А ну-ка.
Смотрим. Нормально. Так, и вот здесь, короче, что-то ему не хватает. Вот эти вот ключицы опускаются. Так, тройка на нампаде. Это ключица G уходит повыше. И тогда вот это тоже, наверное, повыше. Но когда они уходят повыше, тут получается какая-то хренодерка, да? Вот что-то тут. Так, смотрим. Так, а ну-ка обыграем вот эту лапу, перекрутим R, поднимем вверх вот так. И эту лапу поднимем, а ну-ка, кверху. R перекрутим. И вот здесь вот косточка чуть-чуть западает. А ну-ка, где ты? Вот она, да? Тогда уменьшим площадь. Так, 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 так. Уменьшим площадь лап. И тогда грудина будет не так натянута. Но вот эту косточку нужно вывести так вперед. Так, раз она выведена вперед, то так, не пойму. Вот эта вот башка G должна быть в эту сторону. Так, вроде бы нормально. Ну-ка. Так. Даже, наверное, не знаю, вот эти, наверное, косточки G, R, вот так как бы надо, да? А ну-ка, эту побольше. Так, если это дело сделано, тогда так, выбираем ключицы, выбираем руки вот эти и еще больше расслабляем медведя на 30-м кадре, а потом больше его поднимаем, да? А ну-ка. Удалим промежуточный кадр и посмотрим, что он нам сам предложит, да? Так, 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 так. Здесь идет какая-то перекрутка. Вот это она мне не нравится. Так, это R. Ctrl-Z. Так, единица на нампаде. А ну-ка, R. А ну-ка, R. А ну-ка, G. Так, ну как бы, да? И вот эту лапу чуть-чуть сюда тогда. О. Так. G. Так, тройка на нампаде, отключаем, смотрим вообще, что получилось.
Вот, видите, что сзади вот эта вот скидка идет, да? И ломка идет. Ну, в принципе, хорошо, что он раз там расправляет эти плечи, да? Вот так вот, смотрите. Раз. Так. Поправляем таз. Перекрутка и тут лапа еще больше должна отводиться. А ну-ка. Выравниваем. Так, видите, вот, да, на этом кадре уже лапа имеет залом. Нужно ее в бок отводить, и вот эту лапу тоже уже побольше в эту сторону. Здесь он становится, значит, поднимает лапу, и эта лапа должна на нее угон. Так, и вот эту лапу тоже колено подправляем. Вот так как бы бомбят опять. Так, и вытяжка идет. Здесь лапу тоже поправляем. Так. И вот видите, что здесь какая-то фигня вот отсюда идет, вот с этого кадра. И прописка. Вот, уже становится лучше. И вот так вот сейчас вот потихонечку медведя дошлифуется. Видите, много дерганий лишних. Находим, откуда он начинает дергаться. Значит, вот эти... Так, где он тут уже полностью стал? Так. Лапы давайте подкорректируем. Значит так. Он встает, держит лапы снизу. Ну, в принципе, он их держит на одном месте, да? Ну, тогда вот здесь вот давайте их удалим пониже, да? И тогда, раз они убраны, пропишем вот этот кадр, значит, он мне нравится. И выбираем, значит, ключицы. И от этого кадра удаляем прям 4 ключицы настройки.
Во, уже он скованный, уже более-менее смотрим, а ну-ка. Все, теперь меня не устраивает голова. Так, здесь нормально, 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 нормально. Удаляем вот эти прям смело, вот эти все кадры. А ну-ка, раз. Но есть еще вот эта косточка. Давайте ее тоже delete удалим. О, уже должно быть. Так, вот она, да? И вот эту голову тоже тут удалим. Пропишем тут голову. Вот эту голову Shift-D пропишем на 25-й. А чтобы ее прописать, нужно выбрать все вот эти кадры и прописать. Так, удаляем 21-й. Удаляем даже 20-й, 15-й. И смотрим, откуда это все дело пошло. Ну вот, уже получше, да? Так, на 25-й делаем G и А и прописку. И тогда выберем вот эти все косточки опять. И 25-й кадр будет нам подставлять его, да? Так, здесь что у нас? Тройка на нампаде. G. Голову тоже припускаем. Во, уже голова более смирная. Ну, можно тут еще повороты дошлифовать. Допустим, вот если ее выбираем, он уходит на эту ногу вот. Здесь у него должен быть, да, как бы докрутить надо, да? Вот так вот. Так, тогда что у нас получается? Этот кадр предыдущий и перед ним удаляем, чтобы мягкость была. И вот уже более-менее что-то вырисовывается. Так, и на дыбы, да? Орать он начинает слишком, как бы, ну, быстровато. Получается, он поднимается. Это и раз, и он уже поднялся за 1,5 секунды. Ну, может быть, ладно, пусть он поднимается за 1,5 секунды. Вот эти вот 25. Там переход у него вот 1,5 где-то секунды будет. Так, а вот эти части тогда делаем S и растягиваем чуть-чуть еще где-то до 45-го кадра выпад. Ставим 45. Смотрим. Ну вот уже раз, и мягче он уже как бы. Да? А здесь на промежуточном, где-то вот 39-й, у него происходит усадка и должна быть. Вот сейчас покажу вот это раз. И значит G присед. А, и потом только вот он как бы уходит назад, а потом подается вперед. И то, возможно, ему сильно так не придется подаваться, да?
Так, уходим еще, значит, назад. И просто тут чуть-чуть делаем докруточку. Раз, и приподнимаем его больше. Голова выходит тогда, ну, еще кверху, допустим, вот так. А, И. И когда он, наверное, орать начинает, у него лапы, наверное, должны как бы припуститься. Чё он их так держит, да? А ну-ка, джи. Вот так как бы, а, и вот так будет нормально. А вообще, если он на дыбы встает, лапы могут просто и висеть у него. Давайте попробуем и этот вариант. Так, тройка на нампаде, G. Так, раз. Прижимаем к телу. Перекруточка, доводочка. А, и... Так, это значит G. И смотрим, что получилось. Ставим где-то 80 кадров с задержкой. Так, 80 кадров. И чуть-чуть добавим, давайте, пошатывание какое-нибудь. Там. Вот так, да? И доведем голову, как будто он, ну... Так, а ну-ка, вот этой на косточкой. Так, ключица еще ниже. А, и прописка. Так, здесь у него ключицы подняты, здесь у него ключицы должны быть опущены, да? Давайте их удалим. И здесь они как бы раз, мягко там припускаются. Так, теперь тройка на нампаде. Я хочу разобраться, значит, рот у него закрытый. И потом он раз его и больше, да, ну, в принципе, с ртом все, претензий нет. Вот есть претензия подъему ноги и проскальзывания той ноги, видите? Так, эта нога стоит. Давайте приметим, вот. Вот эта нога стоит. На 10 кадре R. Она нормально должна стоять. Тогда этот кадр удалим, 11. Вот, раз он ее... Так, здесь она стоит. Тут на 5 он ее чуть-чуть поверху передвигает. Вот, переставляет слегка, да? Потом у него идет упор. Делаем R, перекрутку. Вот этой штуки. И, значит, G лапу еще ниже натягиваем. А, и прописка. Так, выбираем лапу, вот эти клешни. И G передвигаем сюда. Так, английская А, это 12, тогда делит. Так, 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 на 15. Так, вот эта лапа позже должна отрываться от земли. Так, ногти перекрутим. А, и... И вот пошла он вот здесь вот свистоплясия, да? Так, смотрим, стоит лапа тут, ноготь тут, над пивотом.
Так, значит, вот эту ногу G оставляем тут вот до пивота. Что-то я не пойму. Так, он стоит на этой ноге. Эта нога поднимается, и эта нога на 15-м кадре становится. А ну-ка. R. G. А, И. Так. Значит, тогда для этой ноги предыдущие кадры и последующие удаляем. И эту ногу, вот эту ногу, она должна стоять еще. Вот так. Тогда удаляем тоже для этой ноги предыдущий и последующий кадр. Вот видите, что она должна стоять. И здесь на 20-м, так вот здесь вот она приподнимается. Так, и вот эта нога задняя двигаться, скользить не должна. Она где стояла на 15-м кадре, там она на, так, а ну-ка, на 20-м и должна стоять. А ну-ка. Так, эта нога должна ровнее стоять. Пальцы должны быть опущены. А, и так, не пойму, вот этот кадр рядом, это что за кадр? Так, нога. Вот здесь вот опять же какое-то скольжение из-за тела, да? Потому что я двигал тело. Смотрим, где там, ага. Выбираем. Так, а ну-ка, можно на тазе сыграть. А ну-ка, таз, если зафиксируем. Во. И тогда он переходит, здесь он становится, и вот на этом кадре нога уже должна стоять. Так. Таз должен уйти на эту ногу, а эта нога оторваться от земли. Так, R, да? Угу.
Так, английская А. И всего медведя отодвигаем. Во. Все, скольжение прекратилось. Теперь убираем скольжение на остальных, значит, кадрах. Это, значит, а ну-ка, уже будет неудобно. 25-й примечаем. Отводим. Прописываем. Потом опять же отводим, прописываем. И так до конца, до самого, а ну-ка. Вот так вот. Так, смотрим, что получилось. Так, еще один кадр на скольжении стоит. Сейчас его еще подправлю, я его не заметил. Так, 45-й. Так, вот этот 30-й может удалить можно, а ну-ка. Сейчас почти, а чё? Что вы тут человека не видели, вообще? Никак не тот, да? Надо суперклей купить. Вот там в магазине есть или там. Так. Ну, такой вариант. Я потом еще посижу. Значит, глаз, когда не замылил, ну, не замыленный, более что-то видно. И потом я посижу, подправлю вот эти вот плечи. Вот, допустим, раз, тут уже натяжка стоит. Да, 20-й, да? G. Оп. Тут что-то не то. Вот, подправить можно. И потом какие-то кадры будут удаляться, какие-то добавляться. А. Не будет, это другой пластмасс. Так, смотрим. Так, вот тут еще можно было бы, чтобы он как бы прогнулся больше, да? Но это я уже посижу, посмотрю, вот этой косточкой можно, а ну-ка, не.
Но если вот эти две косточки взять и, допустим, R, G, как-то их подкорректировать и голову, допустим, о, уже видите, появляется офигенный горб, и уже с этим будет сбоку еще красивее. Ну, и тут горб видно уже классно выглядит, да? Давайте это все дело зафиксирую. А, и поставлю сюда G. Так. Ну, вот уже еще вот этот надо чуть-чуть подкорректировать. Выберем тоже эти две косточки. G. R. G. G. А ну-ка. Так, и вот здесь ногу тоже нужно перетащить. А ну-ка. Так, вот здесь идет скольжение тоже, а ну-ка. А, нет, тут, в принципе. А ну-ка. Два кадра delete. Это тоже можно делить. Что тут еще? Так, вот там еще вопрос. Ноги он ставит близко друг к другу или в разное? Так, а ну-ка, тройка на нампаде. Так, вот не пойму, где тут скольжение. Вот оно. Так, одну ногу удаляем. Ну, в принципе, неплохо, да? Будущее у этой анимации будет. Все, всем пока. Вот так все это дело происходит. Потом подкорректирую и выложу в группу, если кому-то надо, уже можете скачать к бегу и к ходьбе.